Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова ваш болгарский дневник. Я вас приветствую сейчас практически прямым включением из аэропорта Софии. Я возвращаюсь домой, в Санкт-Петербург. Полечу рейсом Wizz Air. Многие знают этот замечательный лоукостер. И затем в дальнейшем я подробно расскажу, как прошел полет. Постараюсь максимально все для вас снять, предоставить очередную дозу полезной информации. Из этой поездки я везу домой очень много необработанного видеоматериала из разных мест, которые я сняла в течение зимнего периода в Болгарии. Я надеюсь, что этот материал будет в дальнейшем для вас полезен и интересен. А выйти к вам решила я со срочными новостями. Дело в том, что вчера, 14 января 2022 года, вышла новая заповедь. И снова изменены правила въезда на территорию Болгарии. Будьте, пожалуйста, внимательны. Ссылочку на новую заповедь я оставлю под этим видео. Насколько я поняла текст новой заповеди, теперь правила въезда в Болгарию будут изменяться каждые 14 дней. Я постараюсь вас информировать обо всех изменениях. И по новым правилам въезда в Болгарию лица, прибывающие из стран, попавших в красную зону, допускаются на территорию страны при предъявлении действующего цифрового сертификата Евросоюза о вакцинации или болезни, или аналогичного документа одновременно, что важно, одновременно вместе с отрицательным результатом ПЦР-теста, проведенного за 72 часа до въезда в Болгарию. Теперь я хотела бы рассказать о странах, которые попали в зеленую зону. Это Ватикан, Республика Румыния. И снова обновлен список красной зоны. Это Австралия, Австрия, Афганистан, Барбадос, Багамские острова, Белиз, Бермуды, Британские, Вирджинские острова, Герцогство, Люксембург, Гибралтар, Гренада, Гренландия, Грузия, Доминикана, Кувейт, Израиль, Уругвай, Ирландия, Исландия, Италия, Иордания, Кабо-Верде, Каймановы острова, Канада, Катар, Киргизия, Андорра, Лихтенштейн, Монако, Швейцария, Гвиана, Корея, Бахрейн, Бельгия, Дания, Испания, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Кюрасао, Лесото, Ливан, Боливия, Танзания, Великобритания, Северная Ирландия, Ман, Аруба, Аргентина, Ботсвана, Гватемала, Греция, Сальвадор, Эстония, Замбия, Зимбабве, Кипр, Коста-Рика, Куба, Латвия, Литва, Мальта, Мозамбик, Намибия, Панама, Парагвай, Польша, Португалия, Сан-Марино, Северная Македония, Сейшелы, Суринам, Сербия, Таджикистан, Тринидад, Тобаго, Турция. Обратите внимание, да, все, кто планировал въезжать в Болгарию из Турции. Турция сейчас в красной зоне. Финляндия, Чили, ЮАР, Саба, Словакия, Словения, США, Туркменистан, Венгрия, Фарерские острова, Германия, Бразилия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия. Все остальные страны, которые не попали в красную зону, автоматически находятся в оранжевой зоне. Пожалуйста, будьте внимательны при планировании вашей поездки в Болгарию. Это касается, кстати, не только Болгарии. Сейчас многие страны устанавливают свои персональные порядки въезда на их территорию в связи с антивирусными мероприятиями. Поэтому всегда нужно быть начеку и лишний раз проверять всю информацию относительно вашего предстоящего вылета.
Буду рада, если кто-то из вас внимательнее прочитает новую заповедь и сделает какие-то коррективы, замечания. Более подробно кто-то разовьет тему, которую, возможно, я не успела в торопях на ходу рассказать вам. Но в любом случае, вот такая информация. Ну а я надеюсь в самом ближайшем времени выйти с новым видео уже из дома, из России, из Санкт-Петербурга. Я буду продолжать, как я уже ранее говорила, выкладывать подробную информацию о зимней Болгарии, о жизни, ну и иную полезную подробную информацию. Ну а я желаю вам хороших выходных, всего вам самого наилучшего. Пожалуйста, не болейте. Искренне ваш болгарский дневник. До виждания.